этом твоя ошибка, Иван. Что же касается того, что написано в Евангелиях, то этого не происходило на самом деле никогда. Мы заказали тебе большую антирелигиозную поэму. Ты эту поэму, Иван, написал, и очень короткий срок, но, к сожалению, совершенно нас ею не удовлетворил. Иисус у тебя получился, ну, совершенно как живой. Но хотя и не привлекающий к себе персонаж. Я же хочу доказать тебе, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете. Дайте нарзану. Нарзану нет. Пиво есть. Пиво привезут к вечеру. Ну, а что есть? Абрикосовое, только теплое. Ну, давайте. Фу ты, черт. Ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары чуть удар не сделался. Да что-то вроде галлюцинации было. Нет, пожалуй, пора все бросить черту и в Кисловодск. Ну, продолжим. Я хочу указать тебе на древних историков. Например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, нигде ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. А то место в 15-й книге в главе 44-й знаменитых Тацитовых аналов, где говорится о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Нет ни одной восточной религии, которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Сядем? Вот на это нужно сделать главный упор. Я хочу указать тебе на древнеегипетского Озириса, благостного бога, сына земли и неба, и на финикийского Фамуза, и на Мардука, ну и даже на менее известного грозного бога Вицли-Пуцли, которую весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Немец. Англичанин. Видишь, и не жарко ему в перчатках. Ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, например, фригийский Атис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался, и никого не было, в том числе Иисуса. И необходимо, чтобы ты, вместо того, чтобы описывать рождение или, скажем, приход волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении. А то получается, по твоему рассказу, что он действительно родился. Ну, согласись, действительно смешно. Не обижайся, но действительно так получается. Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что я... Разрешите мне присесть? Пожалуйста. Если я не ослышался, фи изволили говорить, что Иисуса не было на свете. Именно это я и говорил. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Изумительно. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы... Помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно.
Позвольте вас поблагодарить от всей души. А за что это вы его благодарите? За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно. Но позвольте вас спросить, а как же быть с доказательствами бытия Божия? Коих, как известно, существует ровно 5. Ни одно из этих доказательств ровным счетом ничего не стоит. Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво! Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств. А затем, словно в насмешку над самим собою, соорудил собственное, 6-е доказательство. Но доказательство Канта также неубедительно. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И года на 3 в лагеря! Иван. Именно. Именно. Ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда, за завтраком, вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут. За завтраком Канту? Но отправить его в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль. И мне жаль. Но вот какой вопрос меня беспокоит. Ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек и управляет. Виноват. Для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план. На некоторые более-менее приличный срок, ну, хотя бы лет на 1000. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И действительно, вообразите себе, что вы, например, начали управлять, распоряжаться и другими, собою, вообще, так сказать, входить во вкус. И вдруг у вас саркома легкого. Да, саркома. И вот ваше управление закончилось. Ничья судьба, кроме вашей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы чуя неладное бросаете к ученым-врачам, затем к шарлатанам, бывает и к гадалкам. Как первый, так и второй, так и третий. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически. Тот, кто недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике. И окружающие, понимая, что от лежащего более толку нет никакого, сжигают его в печи. А бывает еще хуже. Только что соберется человек съездить в Кисловодск. Пустяковое, казалось бы, дело. Но этого совершить не может. Потому что неизвестно, почему вдруг поскользнется и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, это он сам собою управил так? Неправильно ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? Ну... Вы хотите курить, как я вижу. Вы какие предпочитаете? А у вас разные, что ли, есть? Какие? Предпочитаете? Ну, нашу марку. Наша марка. А черт побери. Да. Да, человек смертен. С этим трудно спорить.
Но дело в том, да, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер. Но это преувеличение. Сегодняшний вечер мне более-менее ясен. Ну, если, конечно, наброненный мне на голову свалится кирпич. Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится. В частности, вам он ни в коем случае не угрожает, уверяю вас. Вы умрете другой смертью. Может, скажете, какой? Охотно. Раз, два. Меркурий во втором доме. Луна ушла. Вечер 6. 7 несчастья. Вам отрежут голову. Кто? Враги? Интервенты? Нет. Русская женщина. Комсомолка. Но это маловероятно. Прошу меня извинить, но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы собираетесь делать сегодня вечером, если это не секрет? Не секрет. Сейчас пойду к себе домой, на Садовую. А в 10 часов вечера в Масолите, в Московской ассоциации литераторов, где имею честь быть председателем, назначено на 10 часов заседание, и я буду на нем председательствовать. Нет. Этого быть никак не может. Почему? А потому что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится. Простите, а при чем здесь подсолнечное масло? И кто такая Аннушка? А подсолнечное масло здесь вот при чем. Вам приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в клинике для душевнобольных? Бывал, бывал. И не раз. Где я только не бывал. Жаль только, я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что уже это вы сами узнаете у него. Иван Николаевич. А откуда вы знаете, как меня зовут? Помилуйте, Иван Николаевич. Кто ж не знает поэта Ивана Бездомного? Я извиняюсь. Вы посидите здесь минутку. А мне нужно товарищу пару слов сказать. О, с удовольствием. Здесь так хорошо, под липами. А я, кстати, никуда и не спешу. Вот что, Миша. Он никакой не интурист, он шпион. Это русский мигрант, перебравшийся к нам. Спрашивал у него документы, а то уйдет. Ты думаешь? Уж ты мне поверь. Это он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Слышал, как он по-русски говорит? Идем, задержим его. А то упустим. Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка. Паспорт и приглашение приехать в Москву на консультацию. Так вы к нам в качестве консультанта приглашены, профессор? Да, консультанта. Вы немец? Я-то... Да, пожалуй, немец. А вы по какой специальности? Я специалист по черной магии. На тебе. И вас по этой специальности к нам пригласили? Да, по этой пригласили. Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского X века. Ага. Так вот, требуется, чтобы я их разобрал.
Я единственный в мире специалист. Вы историк. Я историк. Сегодня на Патриарших будет интересная история. Имейте в виду, что Христос существовал. Видите ли, профессор, мы по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. А не надо никаких точек зрения. Просто он существовал. И больше ничего. Но нужны же какие-то доказательства. И доказательств никаких не требуется. Все просто. В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Подследственный из Галилеи? Да. К тетрарху дело посылали? Да, прокуратор. Что же он? Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение. Приведите обвиняемого. Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм? Добрый человек, поверь мне. Это ты меня называешь добрым человеком? Кентурион и крысобой ко мне. Преступник называет меня добрым человеком. Выведите его отсюда на минуту и научите, как надо разговаривать со мной. Но не калечить. Римского прокуратора называть Егемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя? Я понял тебя, не бей меня. Имя. Мое? Мое мне известно. Иешуа. Прозвище есть? Ганозри. Откуда ты родом? Из города Гамалы. Кто ты по крови? Я точно не знаю, я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец. Где живешь постоянно? У меня нет постоянного жилища. Я путешествую из города в город. Это можно выразить короче. Бродяга. Родные есть? Никого, я один в мире. Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского? Знаю. Греческий. Так это ты подговаривал народ разрушить Иерусалимский храм?
Я думаю... Я, Егемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие. Множество всяких людей стекается в Иерусалим к празднику. Маги, чародеи, волшебники попадаются лгуны. И ты, например, лгун. Записано ясно. Подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди. Эти добрые люди, Егемон, ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что эта путница будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Перестань притворяться сумасшедшим. За тобой записано достаточно, чтобы тебя повесить. Нет, Егемон, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты ради бога свой пергамент. А он выхватил у меня его из рук и убежал. Кто такой? Левий Матвей, он был сборщиком податей. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно, даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово. Однако, послушав меня, он стал смягчаться, наконец. Он бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать. Сборщик податей, вы слышите? Бросил деньги на дорогу. Да. Он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, и с тех пор он стал моим спутником. Левий Матвей. Да, Левий Матвей. А вот что ты все-таки говорил про храм, толпе на базаре? И я сказал, что рухнет храм старой веры. И создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее. Зачем же ты, бродяга, смущал народ, рассказывая на базаре об истине, о которой ты представления не имеешь? Что такое истина? Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова. И болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся. Голова пройдет. Ну вот все и кончилось. И я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, Егемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну, хотя бы в садах на Илеонской горе. Гроза начнется позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, и я с удовольствием сопровождал бы тебя. У меня появились в голове кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными. И я охотно поделился бы ими с тобою. Тем более, что ты производишь впечатление очень умного человека. Мне кажется, что ты слишком замкнут. Я окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, всю свою привязанность поместить в собаку. Твоя жизнь скудна, Егемон.
Развяжите ему руки. Как ты узнал, что я хотел позвать собаку? Это очень просто. Ты водил рукой по воздуху, как будто хотел погладить. И губы. Сознайся. Ты великий врач? Нет, прокуратор, я не врач. Ну, хорошо. Если хочешь держать это в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь, или другим иным способом уничтожить храм. Я, Егемон, никого не подговаривал к подобным действиям. Повторяю, разве я похож на слабоумного? О да, ты не похож на слабоумного. Так поклянись, что этого не было. Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? Ну, хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время. Так как она висит на волоске, помни это. Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил? Егемон, если это так, ты очень ошибаешься. Но я могу перерезать этот волосок. И в этом ты ошибаешься. Согласись, что перерезать волосок уж, наверное, может лишь тот, кто подвесил. Теперь я не сомневаюсь, что праздные зеваки ходили за тобой, вершила ими по пятам. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи, верно ли, что ты явился в Иерусалим через Цусские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпой черни, кричавшей тебе приветствие, как некоему пророку? У меня и осла-то никакого нет. Пришел я в Иерусалим точно через Цусские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня в Иерусалим тогда еще не знал. А не знаешь ли ты таких? Дисмоса, Гестаса и Варравана? Нет. Этих добрых людей я не знаю. Скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Всех. Злых людей нет на свете. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, Кентурион Марк. Его прозвали Крысобоем. Он что, тоже добрый человек? Да. Но он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил. Добрые люди. Они кидались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок. Если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе бы, философ, не пришлось разговаривать с Крысобоем. Если бы с ним поговорить, я уверен, он резко изменился бы. Но этого не случится, к общему счастью. И первым, кто об этом позаботится, буду я. Пиши. Егемон разобрал дело Иешуа по кличке Ганоцри и состава преступления в нем не нашел. Ввиду этого решение малого Синедриона о смертной казни Ганоцри прокуратор не утверждает. Но учитывая то, что безумные утопические речи Ганоцри могут вызвать волнение в Иерусалиме, прокуратор удаляет Иешуа из Иерусалима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море. То есть именно там, где находится резиденция прокуратора. Все о нем? Нет, к сожалению.
закон об оскорблении величества. Разрешено применять высшую меру наказания во всякий день, включая и праздники. С обвиняемыми по этому закону осуждаются их дети. В отдельных случаях и дети детей. Родственникам казненных запрещено их оплакивать. Слушай, Ганоцри, ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Правду говорить легко и приятно. Мне не важно знать, приятно или неприятно тебе говорить правду. Тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово. Если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти. Итак, отвечай. Знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа? И что именно говорил ты ему, если говорил о кесаре? Дело было так. Позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой, из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем городе и угостил. Добрый человек. Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим мыслям. Принял меня весьма радушно. Светильники зажег. Да. Он попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал. И что же ты сказал? Или ты ответишь, что забыл, что ты говорил? В числе прочего я сказал, что всякая власть является насилием над людьми. И что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истинной справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Далее! Далее ничего не было тут. Вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней. Вывести конвой с балкона! Оставьте меня с преступником наедине. Здесь государственное дело. Я вижу, Егемон, что свершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, Егемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье. И мне его очень жаль. Я думаю, что есть еще кое-кто на свете, кого бы тебе следовало пожалеть более, чем Иуду из Кириафа. Итак, Марк Крысобой. Холодный и убежденный палач. Люди, которые, как я вижу, тебя били за твои проповеди. Разбойники Дисмос и Гестас, убившие со своими приснами 4 солдат. И, наконец, грязный предатель Иуда. Все они добрые люди? Да. И настанет царство истины. Настанет, Егемон. Оно никогда не настанет! Преступник! 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 Ешо, Ганоцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов? Бог один, в него я верю. Так помолись ему. Покрепче помолись. А, впрочем, это не поможет.
ненавистный город. Если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудой из Кириафа, право, это было бы лучше. А ты бы отпустил меня, Егемон? Я вижу, что меня хотят убить. Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня. Если с этой минуты ты произнесешь хотя бы одно слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня. Повторяю тебе, берегись. Егемон. Молчать! Ко мне. Я утверждаю смертный приговор Иешуа Ганоцри. Пригласите начальника тайной службы, а после него президента Синедриона, первосвященника иудейского Иосифа Каифу. Тогда было около 10 часов утра, досточтимый Иван Николаевич. Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не соответствует евангельским рассказам. Помилуйте. Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда. Если бы на чем ссылаться на Евангелие, как на исторический источник. Все так. Но я очень боюсь, что никто не сможет подтвердить, что и то, что вы нам сейчас рассказывали, происходило на самом деле. О, нет. Это может кто подтвердит. Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Но только тайна, инкогнито, так сказать. Поэтому прошу вас, никому ни слова. И полнейший секрет. А вы сколько времени в Москве? А я только сию минуту приехал в Москву. Да-да-да-да-да, это... Это все возможно. Очень даже возможно. И Понтий Пилат, и балкон, и все такое. А вы один приехали или с супругой? Один. Один. Я всегда один. А где ваши вещи, профессор? В метрополе? Вы где остановились? Я? Нигде. Как? А где вы будете жить? В вашей квартире. Нет, я, конечно, очень рад, но... Но, право, вам у меня будет неудобно. У меня сосед, товарищ Лиходеев. А в метрополе чудесные номера, это первоклассная гостиница и... А дьявола тоже нет? И дьявола... Ну нет никакого дьявола. Да это ж положительно интересно. Что же это у вас? Чего не хватится? Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету. Но... Нет, успокойтесь, профессор. Вы сейчас посидите с товарищем бездомным. А я только сбегаю на угол, быстренько звякну по телефону. А потом я вернусь, и мы вас проводим куда вы хотите. Вы же не знаете города.
Ну что ж, позвоните. Умоляю только вас на прощание. Поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я уж вас и не прошу. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Михаил Александрович, не прикажете ли я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев? Туринке тыщите, гражданин. Так и сюда. Вот прямо и выйти куда надо. С вас, конечно, за указание получить бы на четверть литра. Поправиться бывшему регенту.